Кірмаши вакансий, дни предприемству и формирование групп для навучания новым специальностям. Не глядя на то, что зараз у Гомеле колькость официально зарегистрированных беспрацовных складает всего 0,7% от экономично активного населения, але и этим людям необходимо допомогчи знайсти работу. Проблема у тем, что часом вакансии не отповедают профессийным навыкам претендентов. До того ж часто пропонуется неквалификованная, тому низкооплачиваемая праца. Бадай наибольш эффективная махчимость вырашения проблемы отрымания беспрацовными новой профессии, запатрабаваны на рынку працы. На початку гэтага года выбор не маленький, от кухаров и цирульников до специалистов по промысловым альпинизме. И еще один вариант предпринимательства. Але сёлета гэтай від дзейнасці асаблівай популярностью пакуль не карыстаецца. Часто бывает такое, что у человека возникает страх, а справится ли он. Потому что все-таки одно дело, когда он работает у нанимателя, и социально он защищен, и, в общем-то, скажем так, больше надежды и опоры идет на руководителя предприятия. А когда человек создает собственный бизнес, он кроме самого себя ни на кого надеяться не должен. Поэтому в этом плане, наверное, рискованных таких людей, ну, пока, скажем так, желающих большого количества нет. В прошлом году их было больше на начало года. Усе выдатки на повышение квалификации и перенавучание бере на себе держава. В учебу бухгалтера, корыстанию специальными программами обыдется у 46 рублей на человека. Для курсу подрыхтовки будовников потребится сумма амаль у 7 разов большая. У Гомельским центре занятости кажут, что проблем с финансованием нема. Сегодня главное вызначиться с установами, на базе яких будет проводиться в учеба, и допомогчи выпускникам знайсти новое место працы. При этом жадаючым атрымать новую профессию необходимо разуметь. На рынку працы необходимо быть конкурентоздольным. Не профессионалы сегодня не потребны никому. Высокая зарплата мая на увазе и высокие потребования. Але коли есть реальное жадание изменить жыццё до лепшего, починать необходимо у любым выпадку. Раньше я работала швеёй. Вот, ну, решила сменить профессию. Как бы больше двигаюсь, общение с людьми. Учеба мне понравилась, там хорошие педагоги, все хорошо объясняли. Практику проходила тоже, как бы с легкостью я все, ну, понимала. Вот, все понравилось. Олег Сунцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадо, компания «Гомель».